Скажите, как вы оказались в Висагинской команде по хоккею? Ну, пришла сегодня потренироваться, и меня пригласили поиграть за команду Висагинос. Какого результата вы сегодня ожидаете? Победы. Играем мы уже здесь шестой или седьмой год. А знаменательный день этот еще тем, что наш хоккейный клуб впервые выступает в Даугавпилсе. Я надеюсь, что мы сыграем. Расскажите о сегодняшнем сопернике. Ну, это заслуженные игроки, которые здесь играют уже не один десяток лет. Некоторые ребята играли с открытия дворца. То есть достаточно древние. Какого результата сегодня ожидаете? Ну, это игра 50 на 50. Будем стараться. Успех! Спасибо. Прокомментируйте сегодняшнюю игру. Сегодня играли с ветеранами Спарты, Даугавпилса. Сыграли со своими замечаниями. 8-7 проиграли. Как говорится, первым блинком. Но играли, в принципе, так, как мы на этом уровне играем.